Также буквально в эти минуты стала известна реакция председателя Одесской ОГА на происходящее в городе. Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью нашему каналу прокомментировал задержание активистов правого сектора и автомайдана. По его словам, об этом он узнал накануне вечером в Киеве. Я всей своей душой на стороне майдановских сил. Майдан, все ценности Майдана – это мои ценности. И на этот счет не может быть двух мнений. Все мы должны быть очень осторожны, чтобы не использовали какие-то там вещи, связанные с насилием, связанные с хаосом, для дискредитации идей Майдана. Потому что очень много желающих эту идею дискредитировать. Поэтому я буду встречаться с представителями и автомайдана, и этих всех групп. И я категорически против априори кого-либо объявлять или преступной группой, или такой группой секой. Среди них есть много патриотов. Я с ними встречаюсь, встречусь и обсужу этот вопрос. Я узнаю больше об этом. Но еще раз говорю, порядок должен быть для всех.